Всем привет! Сегодня на распаковке у нас очень интересная посылка, заказанная моему брату на день рождения. В ней находится Xiaomi Redmi 3. В пути находился 20 дней. Ссылочку положу на продавца по отзывам. Там у него очень все хорошо. Правда, не знаю, прошивка вроде вьетнамская стоит, но мы посмотрим, что там на самом деле за прошивка, если случай переставим. Хотели брату заказать Redmi, прошу прощения, Meizu. Какую уж там, не Note, мини, по-моему, да, вроде мини, я уж не помню. Вот, ну решили же, это новинка, лучше ее заказать. Я жене заказал Redmi Note Xiaomi 2, ей очень понравился, поэтому решили заказать Xiaomi. Ну, сейчас вот уже выходит, скоро должен выйти, или вышел, Meizu 3, поэтому, ну, что об этом сожалеть. Может быть, кому-нибудь еще купим. Вот такой вот запакован был пузырь, очень качественно, и что хорошо, продавец указал, что здесь мобильные аксессуары, дабы не сперли. Так, вот такой у нас силикончик, силиконовый чехольчик. Так, этот уберем. Так, давайте посмотрим. Это в подарок продавец ложит, там еще вроде должны быть какие-то подарочки. Чехол на него я тоже заказал отдельно. Вот такой вот обычненький. Самый дешевый чехол. Ну, в принципе, подарок. Что обижаться. И вот он, наш красавчик. Заказан. У нас сейчас посмотрим. 4G. Батарейка 4000 миллиампер. Так, что еще тут у нас? Ну, по описанию вы по ссылочке перейдете, прочитаете. USB 2.0. Вот. Давайте откроем, посмотрим, что там нам продавец положил. Так. Вот так вот запакован. Здесь у нас, кстати, стекло, тоже в подарок от продавца, 2,5, края закруглены, давайте сразу прикинем, ну, в принципе, подходит. Так, это все в плюс продавцу. Так, давайте запустим, посмотрим, что там есть. И потом пройдемся, посмотрим по состоянию. Так, что у нас здесь? Так, макулатурка, скрепочка. Так, она вам пригодится. Лоток открыть, посмотреть. Так, больше ничего нет. Вот. Три китайских листочечка, QR-код. Так, кабель micro USB, то есть не Type-C, обычный переходник, кстати, крепкий. С гербестом мне приходило, у него одна ножка прям так подозрительно болтается, что ж. О, вообще хорошо прям сидит. Отлично. Так. Этот откроем, сразу посмотрим. Так. Здесь у нас на 2 ампера зарядочка. Так. Что еще? Стразик. Заглушка для наушника, подставка,
Ну и все. Вот такие подарочки. Так, лоток вскроем, посмотрим. Заказывался в этом в сером с белой окантовкой. На картинке он выглядит вот из-за этих вот, мне казалось, более хуже. Ну, вживую он выглядит намного лучше. Так, наклеечка на камеру куда-то улетела. Ладно. А вот на пальце висит. Вот прилепился. Так. Так. Давайте снимем пленку и посмотрим. Так, экран целый. Здесь никаких тоже повреждений нет. Вспышка, камера. По-моему, 13 мегапикселей. Так, инфракрасный порт, микрофон, наушник. Разъем для наушника, микрофон, микро-USB. Разъем. Так, динамик и лоток. То есть у нас здесь две симки, одна нано, микро, как микро SD-шку и обычный сим. Ну не обычная, как не нано, микро сим. Так. Здесь у нас качель громкости и клавиш включения-выключения. Здесь у нас три клавиши сенсорные. Так, двойной тап не работает? Нет. Может, настройка. Так, давайте вскроем. Я ему писал, чтобы Play Market был установлен. И, то есть, русский язык. Давайте посмотрим. Русский. Смотрим перевод полностью. Да, перевод полный. Так, Redmi 3 стабильный MIUI, 8-ядерный 1,5 герц процессор, 2 гига оперативочки, 16-гиговый. Так, ну в принципе все переведено, все отлично. Так что по этим претензий нет. Так, ну шустренький, звонилочка. Ну, кстати, неплохо, неплохо выглядит телефон. Очень тонкий, очень приятный. Вот. Что еще сказать? В принципе, больше нечего. Сейчас наклею на него стекло и подарим брату. Пускай ходит и радуется. А, ну вот здесь вот может, не знаю. Здесь должно быть переведено, нет? Но это, если что, можно поудалять и поставить другую прошивку в этом. Я думаю, ничего страшного не будет. Так, забыл. Давайте сфоткаем что-нибудь. Так, по настроечкам, что у нас здесь? Качество высокое, 16:9. Так, видео тоже поставим сейчас. Качество
качество видео Full HD. Так, давайте сфоткаем, посмотрим. Очень быстро фоткает. Так. Вот качество. В принципе, приемлемое. Понятное дело, что это не топовый смартфон, а всего лишь младшая модель. То есть я думаю, своих денег он однозначно стоит и будет также популярностью пользоваться, как и Redmi Note 2. Ну и я так думаю, как и Meizu. Так что отличный телефон, мне очень нравится. Во-первых, у него в руке. Ну, Redmi Note для меня большой. Ни в карман не положить, ничего. То есть, ну, это дело каждого. Вот, поэтому, я думаю, каждый тут сам для себя решает, какой ему нужен размер телефона. Но мне кажется, вот 5 дюймов это более чем. То есть, достаточно. У меня 4,7 и то. Ну, мне больше не нужен, в принципе. Хотя вот, если мой будет выходить из строя, то буду брать только 5-дюймовый. Поэтому, ну, это, как я сказал, на вкус и цвет. Так, давайте музыку посмотрим, что здесь. Стандартную. Он не очень громкий, но в принципе отлично. Так что вот такая сегодня была распаковочка у нас. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.